И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, как удалить с вашего мобильного устройства Kingo Root и сами root права. Но для начала давайте я вам продемонстрирую, что на моем телефоне в данный момент присутствуют root права. Для этого запустим Root Checker Pro и нажмем кнопку «Проверить root». Так, разрешаем. Все, поздравляем, у вас есть доступ с правами администратора. То есть вы видите, в данный момент у меня на телефоне присутствуют root права. Так, давайте выйдем отсюда. Так, теперь давайте приступим к удалению root прав. Для этого заходим в программку Kingo Root. Ждем, пока она загрузится. Далее жмем вот на эти три точки. Здесь выбираем настройки. Далее выбираем кнопку удалить root права. Жмем кнопку «Продолжить». Здесь выбираем галочку «Сохранить резервные копии root». И жмем кнопку «Ок». Ожидаем, пока программа удалит root права. Так, ожидаем. Все, ребят, в моем случае root права были удалены. В некоторых случаях телефон может перезагрузиться автоматически после данных действий. Так, давайте теперь запустим снова Root Checker Pro и посмотрим, есть ли у нас root права. Жмем на кнопочку «Проверить root». И как вы видите, доступа с root на моем телефоне не обнаружено. Так, давайте далее попробуем запустить Сбербанк и посмотрим, будет ли он ругаться или все будет работать нормально. Запускаем Сбербанк. Как вы видите, запускается без всяких проблем. Так, давайте его еще раз скину отсюда. И попробуем запустить еще разок. Итак, запускаем Сбербанк. Сбербанк онлайн. Все, ребят, как вы видите, все работает без всяких проблем. Никаких предупреждений не вылезает. А это значит, что root права мы полностью удалили с нашего мобильного устройства. Вот так вот, в принципе, все легко и просто работает. Все, ребят, что сегодня хотел вам рассказать. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И всем до новых встреч. Хочу порекомендовать вам игру Panzer. Уникальный сетевой боевик с развитыми элементами RPG и превосходной графикой, полный непрерывных сражений, необычных персонажей, смертоносной магии и грубой силы. В основе Panzer лежат самые современные технологии. Благодаря движку CryEngine и профессиональных специалистов студии Panzer вас ждут удивительные колоритные локации, реалистичное освещение, по-настоящему живые персонажи. Ссылку на игру вы найдете под данным видео. Регистрируйтесь и вступайте в бой прямо сейчас. Игра абсолютно бесплатная.